Всем привет! Сегодня я хотел вам показать очередную мою подделку. Вот так она выглядит. Это такой стул, который может показать, что у человека в голове происходит. Ну, как вот. Берем Лука, как будто бы он знает что-то важное, секрет какой-то, и он не хочет никому это рассказывать. Берет злой дроид. Ду-ду-ду-ду. И говорит ему, чтобы он сюда сел. Он садится, чтобы не умереть. И вот. Вот так садится. А вот эти две части вот так в голове приделывается вот так. Ну, их можно отодвигать и надвигать. И вот. Теперь он включает аппарат. Все жужжит. И вот он смотрит, что у него в голове. Видит, ага, вот что он хотел сказать. Он алмазы спрятал в той пещере. И говорит это своему командиру. Вот такой я придумал стульчик. Его еще нигде не создали. Поэтому я первый, кто вот такое создал с Лего. Вот. Это когда вы хотите разузнать, что у человека в голове или в мыслях. Ну вот, я вам показал, как такой стул делается. Вот. Это для злодеев. Можно и не красные брать вот такие, а синие. Тогда это может быть для добрых, а не для злых. Ну вот, видео подошло к концу. Увидимся в следующем видео. Всем пока!